Привет, я Женя, я из Москвы, и после 11 класса я решила поступать в Китай. Первым делом мне нужно пройти предвузскую подготовку в одном из IFP-центров. Мой IFP-центр – это университет Дзянсу. Для себя я выбрала направление бизнес, так как мои планы на будущее – это работать в международных корпорациях. Именно Китай поможет мне в осуществлении моей мечты, так как Китай является активно развивающейся бизнес-площадкой. Также мне интересна культура Китая, еще незнакомый мне язык, который мне только предстоит выучить. Так что же я жду от Китая? Конечно же, это море знакомств. Первые полтора месяца я буду находиться в лагере в Шанхае, где у меня и у моих друзей будет много свободного времени, которое мы можем потратить на прогулки по городу, и знакомство с китайской культурой, с менталитетом этой страны. И через полтора месяца нам предстоит разъехаться по своим IFP-центрам. Именно там начнется наш интенсивный курс изучения китайского языка. И я надеюсь, что мы успешно с этим справимся. Я очень хочу посетить китайский Диснейленд, и поэтому первым делом по приезду в Китай я организую своих одногруппников, и мы обязательно его посетим. Себе и всем, кто едет в Китай, я хочу пожелать усердия и трудолюбия, так как изучение такого нелегкого языка требует усидчивости и внимательности. Ребята, крепитесь, все будет хорошо, и мы все сможем. Я сисенвис, потому что иду в ногу со временем.